Там от синяя вспышка, Blue Fire. Среднерослый, среднеспелый, высокоурожайный. Отлично подходит как для высаживания в открытый грунт, так и для теплиц. Мощный, крепкий куст достигает не более 1 метра в высоту. Можно выращивать в 2-3 стебля. Дружное созревание в кистях, длительное плодоношение. Плоды плоскоокруглые, красно-оранжевые с черно-фиолетовыми плечиками. На поверхности можно увидеть множество золотых крапинок. Мякоть розово-красная, плотная, сладкая, сочная. Вкус сладкий с фруктовым ароматом. Вес отдельного томата варьируется от 80 до 120 граммов. Одна кисть содержит до 5 плодов. Помидоры универсальны, их можно употреблять как в свежем виде, так и консервировать.